Лыжный забег с участием более 400 человек прошел в Бурабае. Старты посвящены 30-летию победы казахстанского лыжника Владимира Смирнова на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Участниками забега стали любители спорта со всех уголков страны. Все они на финише удостоились памятных подарков. Напомню, сейчас лыжными гонками занимаются больше 10 тысяч акмолинцев, в том числе почти 3 тысячи школьников. В скором времени в регионе запустят ряд проектов по развитию лыжного спорта. Я очень благодарен, что многие отозвались, многие пришли, чтобы почувствовать вместе и отпраздновать это хорошее событие, которое у нас было в спорте. Проектов у нас очень много. Это прежде всего, конечно, проводить Кубки мира, проводить чемпионаты мира, потому что тот объект, который у нас есть в городе Чудинске, он соответствует всем международным стандартам. Мы проводим акцию «Лыжи в село, лыжи в регионы». Благодаря фонду «Казахстан Халкына» закуплено свыше 700 пар современных лыж, которые переданы детско-юношеские спортивные школы. Я думаю, это задел будущих Смирновых, будущих олимпийских чемпионов. И я думаю, сегодня вот такое знаковое, что массовый масс-старт. Сегодня у нас начинается спартакиада нашей области по зимним видам спорта.